Карась, картошка, Мия, Стасик, Хрейт и Амочка, голубенький Костя, ну, в принципе, как обычно, Чпуньк и банан, желтый, конечно же, бананы же желтые, желтые. Ну и я, красный, как перец, как без этого. Наркоманы Петровичи. Сегодня мы с вами будем играть в карту, сделанную по мотивам популярной игры вот этой Among Us. И я надеюсь, что все знают правила. Два человека из этих всех, кто находится в этой комнате, предатели, которые должны убить всех членов экипажа, которые сейчас находятся в открытом космосе где-то на каком-то летающем корабле. Цель всех членов экипажа — выполнить какие-то задания. Починить свет, починить двигатели и все остальное. Цель всех убийц — убить членов экипажа. Всем все понятно, банан? Чё крутишься, как ненормальный? Наша с вами задача — выяснить, кто же из нас всех будет предателем, нажать на красную кнопку и рассказать всем остальным, кто предатель. Но главное, запомните, пожалуйста, разговаривать только можно во время совещания. Во время игры все выключают микрофоны. Всем все понятно? Тогда давайте. Раз, четыре, восемь. Начинаем. Все. Давайте. Ага. Все. Всем пока. Выключаем микрофон. И они меня прям сейчас не слышат. Короче, суть этой карты я уже только что объяснил. Кто-то из нас всех предатель. Два предателя, которые должны убить всех остальных. А мы пока должны выполнять какие-то задания, чтобы починить наш корабль. И как только кто-то из нас заподозрит кого-то, кто является предателем, сразу надо тыкать на вот это, на сигнализацию и выкидывать предателя в открытый космос туда за борт. Ага, кто-то уже нажал на кнопку голосования. Кто нажал? Чё нажал? Я нажал, я нажал. Мне кажется, это желтый. Банан, это ты? Это серый, потому что я бегал, вижу, что серый убегает из камер, и там труп. Подожди, Хрейт говорит то, что это банан говорит, что это Хрейт. Так, может, вы оба тогда предатели? Не, ну, прости, пожалуйста, я выхожу из-за стенки, и там труп. А ты выходишь из-за стенки, там тоже труп, да, банан? Да. Тогда никто из вас, значит, вот этот маньяк кого-то кокнул и убежал. Скипайте. Я скип. Так, пропускаем раунд, никого пока за борт не выбрасываем. Ладушки, хорошо, побежали дальше выполнять задание. Короче, это как Murder Mystery, но только в 20 тысяч раз круче. Примерно так же, есть маньяк, и мы маньяка должны кокнуть. Так, что-то здесь надо отремонтировать. Я вроде отремонтировал одним нажатием кнопки, или нет? Ага, а здесь, походу, на карте показывается, кто где находится, в какой комнате. Так, так по карте же можно сейчас определить, хотя нет, как я определю, кто кого кокает. Ладно. Вот там сверху есть зелененькая полоска. Когда она дойдет до конца, это будет значить то, что мы выиграли, потому что мы выполним все задания. Я хочу отправиться в одну комнату, комнату безопасности, и посмотреть в камеры. Возможно, через камеры я смогу найти кого-то, найти того же убийцу. И комната безопасности находится здесь справа, и здесь камеры. А как посмотреть? Ага, серый у нас и зеленый. Чё-то серый какой-то подозрительный. Он так зеленого сейчас поцеловал. Смачно. Зеленый побежал к фиолетовому, но, к сожалению, я туда не смогу посмотреть за углом, что там происходит. Ладно, выйдем из камеры и пойдем посмотрим. Если вот там в хранилище сейчас я найду трупак, это 100% будет вот этот зеленый. Он его 100% кокнул тогда. Тихо. Я еще даже ни одно задание не выполнил. Ладно. Я нашла труп в медкабинете. Ага, а это какой труп? Кто кого кокнул? Зеленый умер или фиолетовый? Кто умер? Труп какого цвета был? Он Стив. А, труп вообще без цвета тогда был. Это... Слушай, а кого мы потеряли? А, мы карася потеряли! Карась черный был, не? Я видел, как синий чмокнул смачно почти в губы зеленого. После этого он убежал куда-то в сторону, и зеленый побежал за розовым. А что дальше у них там происходило, я не знаю, кстати. Но у меня подозрение на зеленого, он с синим что-то там целовался. Так, пропускаем, давайте.
Так, сейчас надо выполнять какие-то задания, а то я вообще какой-то непонятный. Уже у нас третий раунд по счету, я до сих пор никакое задание не выполнил. Вот здесь я могу смотреть, в какой комнате мне надо выполнять задание. Здесь у меня ничего не горит, поэтому бежим в следующую. Так, и серый какой-то подозрительный, и зеленый какой-то подозрительный. Но я не маньяк, я если бы... А что произошло? Я же говорила, что зеленый. Я же сказала. А кто выиграл? Кто поиграл? Я не понял. Мы выиграли? Я тоже ничего не понял. Нервные выиграли. Мы выиграли, потому что мы задания все выполнили. Зеленая полоска же полностью до конца стала выполнена. А кто был убийцей? Убийцей была Амочка и Хрейт. Я говорил то, что серый какой-то подозрительный, а зеленый был убийцей. Я говорил то, что зеленый вот этот сосался, целовался с синим. Я говорил. Ага. Вот он. Я живой остался. Не, ну ты с Амочкой целовался, чпунь. Я видел это в углу. Камеры врать не станут. Ладно. Чё вы ложь тут? Тихо, чпунь. Короче, следующий раунд. Давайте. Поехали. Там все разошлись по сторонам, и я тоже побегу. Так, здесь... Ага. Оранжевый. Ты, Мия, ко мне даже не подходи, прячься там. Так, как можно больше заданий, как можно больше заданий. Чем больше заданий, тем быстрее мы выиграем у этих предателей. Так, здесь. А что мне здесь делать в этом задании? Так, повторители. А, это просто повторитель. Надо поставить вот сюда. Ага, и все запустилось. Так, через камеры сейчас посмотрим. Труп! Вижу труп! Это труп возле медицинского вот этого, понял? Так, бежим. Надо еще. Они выключили свет! Еще один труп! Господи, что так трупов-то много! Это господи, как его там зовут? Зеленый! Я видел, как он возле трупа пробежал! Да где эта кнопка, чтобы сигнализацию-то поднять? Вот она! Она ничего не работает! А все! Это зеленый! Это 100%! Я видел, как он побежал мимо двух трупов! Я выбежал из-за угла, он по двум трупам прошелся и даже не нажал на сигнализацию. Это 100% Амочка, голосуйте за Амочку. И это. Если у кого-то есть что-то сказать, говорите, давайте. Я голосую за Амочку, не знаю, как вы, но если потом. Я два трупа нашел! Два трупа почти в одном месте! Видел, как Амочка пробежала, не знаю. Все! Кикнули Амочку! Амочка улетела за борт. Ладно, бежим выполнять следующие задания. Шпионит. Костечка, голубенький. Костечку я за 2 километра узнаю. Он всегда себя, в принципе, подозрительно ведет. Но в этом раунде как-то слишком подозрительно. Так, банан, здорово. Он в люк спустился. Это банан! Только убийцы могут в люк заходить! Так, главное, чтобы он за мной не побежал, надо... А, я же мог там сигнализацию возле трупа поднять. Так, это банан! Я видел, как он в люк залез и из люка вылез. Не ври, я видел, как ты пытался в люк залезть. Ты чё, башкой кокнулся? Да я видел, как банан залез в люк, вылез, потом кокнул эта чпунька. Мия, ты же была рядом с нами, ты видела, как банан чпунька кокнул? Он при мне убил чпуньку, я видела его смерть. Мия видела его смерть, и я видел его смерть. Это банан, он в люк залез, ты чё, мне не веришь, Костя? Это. Какой я банан? Ты чё, офигел? Я видел, как ты в люк залез. Он пытался залезть в люк, а еще убил синего. Да вы вообще очумели. Вы кому больше верите? Мне, ибо Мия говорит то, что она видела смерть чпунька. У нас времени нет, время истекает. Я голосую за банана. Это точно банан. Я видел, как в люк залез. Так. Уже Мия говорит, то значит это банан. Оп! Выиграли! Ты неверующий, вот этот Костя. Я же говорил то, что это банан. Банан и Амочка была. Амочка всегда убийца. Выключаем микрофоны и
И до свидания. Вот сейчас я убийца с Костей. Так, а еще убийцы могут делать тревогу, поднимать тревогу на всем корабле. У меня в инвентаре есть специальные предметы. Я могу выключать кислород на всем корабле. Я могу вот это выключать двигатель корабля, двери закрывать, свет выключать и все остальное. Вот, допустим, сейчас выключу свет. Опа, и они вроде как не видят, да, вот там горит какая-то фигня, они должны вот туда прийти и включить свет, чтобы все на... Да, да кто проголосовал-то уже, а? Выключили свет, и я нашел труп, мне страшно, и я вас... Это серый, мне кажется. Ну, я не знаю, кстати, кто. Я вообще никого не видел за всю игру, я даже не знаю, кто убийца. Я выполнил задание. Мне кажется, это серый. А я не... Я даже не знаю, я просто нашел и все. Ладно. Это банан. Давайте, пока мы ни за кого не будем голосовать, пропускайте. Это банан. Если это банан, мы его в следующем раунде кикнем, давайте. Все разбежались, и фиолетовый остался последний. Если я сейчас подойду к фиолетовому... Опа! Заруба! И сейчас главное свалить отсюда, чтобы меня никто здесь не заметил рядом с трупами, чтобы не было никаких подозрений. Так, если это не я, это серый. Я уверен, что это серый. Если все говорят, что это серый, значит это серый. Проходим просто мимо них такие. Это не я. Сейчас, если кто-то попадется со мной в комнате вот здесь, кто это такой? Закрываем дверь. Двери закрыты! Двери закрыли! Так, они же не знают то, что это я их закрыл. Ждем. Я думал, я бы здесь запросто бы убил банана, если бы не карась. Так, дальше. Что я могу сделать? Я могу выключить им реактор, и тогда поднимется тревога. И у них есть вот это время, чтобы отремонтировать реактор. Если они не успеют это сделать, тогда они проиграют. И в этой комнате вроде находился банан, но только банан уже успел отсюда убежать. Так они даже сейчас не успеют это отремонтировать. Они сейчас проиграют просто. Бегите! У вас еще пару секунд осталось! Вы что делаете? Мы же с Костей вас даже не кокнули всех! Вы проиграли, потому что вы двигатель не смогли отремонтировать! Костя, дай пятюню! Дай сюда пятюню! И что вы скажете? Все равно это банан. Это банан, кстати. Сначала игры это был банан убийцы, потом я стал убийцей. Ладно, давайте еще один раунд. Да ладно! Чё? Опять убийца? Но только сейчас с бананом. Но я вот весь ролик говорю то, что банан какой-то подозрительный. Не зря он убийца. Ну, правда, я тоже как бы убийца. Ладно, если в предыдущей игре мне не дали нормально отыграться, хоть даже я выиграл в предыдущей игре, сейчас надо всех кокнуть. Я не успел даже показать. Слушайте, сейчас сюда подойдет этот карась, я его зашмагаю прям... Опа! Прям сейчас! Ну а чё он за мной ходит-то всё вот это время? Так, и прячемся, чтобы меня не заметили. Я же забыл сказать то, что... Банан же тоже убийца. Этот... Опа! Все, я спрятался в люк. Если кто-то сейчас справа выбежит вот сюда, я могу выпрыгнуть из люка и кокнуть его сразу же и обратно спрятаться в люк. Или же я могу выключить им свет, и тогда они все обгагундиваются. Вот Мия возле меня бегает. Я беру и кукарачу Мию, и сейчас самое главное свалить отсюда! Это не я, если что, это не я, это та свет что-то не работает, ай, так, Стасик, я бы в люк спрятался-то на самом деле. Так, зеленый у нас... Это Эд. Какой Эд, ты с ума сошел? Я тебя видел в игре один раз через камеру. Я тебя тоже через камеру видел. Мне тоже кажется, что это... Я просто проходил рядом, и я даже трупа никого не видел. Я в конце увидел, вот кто там возле меня был. Там Стасик была в электричестве. Ты видела, как я забежал в электричество? Я бы ее запросто кокнул. Я думаю, что это Амочка, потому что я видела и банана, и Костю, и Стасик. Ну и тебя видела порой. Мне кажется, это Амочка. А я просто чинила. Ты слишком подозрительная. Так, ну мне кажется... Так, ну я не знаю, банан это или не банан. Ну я пропускаю, я пока пропускаю, я не знаю. Так, у них есть какие-то подозрения на меня. Надо кокнуть как можно скорее Костю, потому что Костя меня выдаст. Костя меня выдаст 100%, то, что это я. Он меня палит в каждой игре. Костя на самом деле меня вообще как-то не любит, получается. Я это заметил уже давно.
Где же ты, Костя? Где же ты ходишь? А вот, кстати, и Костичка пробежал, и он вроде там что-то чинит. Так, сейчас главное, чтобы никто сюда не зашел к нам в комнату. Костя сейчас починит, и я его кокну прямо здесь, а потом закрою двери. Вот так, я прямо сейчас закрою двери и ждем. Здорово, Костичка! А, двери закрыты, что ты сделаешь? А, все! Так мы выиграли с бананом, получается! Я же говорил! Чё ты говорил, Костя? Это банан был. Я говорил, весь ролик говорил, что банан слишком подозрительный. А я ничего не делал. Когда остается на корабле двое убийц и двое выживших, или один убийца, один выживший, тогда побеждают вот это убийцы. И как мы с бананом хорошо справились... Кто в живых остался, банан? Ты кого еще кокнул потом? Я Костю кокнул в комнате, я его закрыл и запиндюкал. Я не помню, кого я кокнул, но я точно кокнул где-то 2 человека. А я изначально говорил, что я не виновен, мне никто не виновен. Мне кажется, Херейт за весь ролик 4 раза сказал, что он не виновен, и мы его просто 4 раза за борт выкинули. Но это банан, это он... Желтый костюм, он всегда самый вот такой подозрительный, как мне кажется. Выкидывайте его за борт прямо сейчас, выкиньте прямо сейчас его за борт. Вывод. Никогда не доверяйте желтому и серому, они всегда предатели. Даже не важно то, что мы победили, что я победил в предыдущей игре. Всегда банан и всегда Херейт убийцы. А на самом деле наркоман и Петрович я никому из вас не доверяю. Вот всех, кто здесь в этой комнате находится, я никому не доверяю. Вы, мне кажется, вы все убийцы и предатели. Мия, выпроводи, пожалуйста, всех из корабля. Вот это, выход. Мия вам выходил. Все в окно. Все, Стасик, ты тоже в окно, предательница. И ты, Харей, тоже. Я вам доверял. Давай, а мы тебе нет. Все в окно. А я сейчас сделал. Предатель, в окно. Давай, ты прыгай, Харей, давай, прыгай уже. Я изначально говорил, что я не виновен. Это серый. Это серый, 100%. Мия, ты тоже в окно. Ты тоже предатель. Давай. Я говорил, что это банан. Это красный. Это, кстати, да, я вам раскрою секрет. Все это время убийцей был красный. И не обращайте внимания, что красный — это я. Ага.